То есть там некоторые моменты нужно чувствовать. А, здравствуйте, Тинкер, Тэтчес, гоблины. Такое себе. Ну, два Тинкера мы берем. Что это будет, не знаю. Слабый ПК, поэтому 100 максимум. Я по твоим стримам учился. Хорошо. Ну мы там шевой давали угля. На стриме много каток есть. Жестких прям. Возьмем Максика, поверим в него. Хунтер, хунтер, хунтер. А может не Аксика, может Бару надо было взять. Ну ладно. А может и Аксика. А где 4 монеты возьму? Мне на снайпера не хватает. А нужен ли мне снайпер в принципе? Ну как бы хотелось бы, но антимаг пойдет. У меня, правда, не помню, когда последний раз в кавунах был удачный заход по предметам. Вообще, потому что предметы вот не заходят и все. Ну окей, два яйца, но это тупо, чтобы продефать до БКБшных юнитов и закончить игру. Так, ну пила должна прийти, полагаю. Что у нас там, лазер какой-нибудь есть? Пила не пришла. Фу-фу-фу. Ничего из этого особенно не хочу брать. Можно коня взять. Нафига нам худвинг? Там хантов много. Из приятного все в тебя верили. Из неприятного кто в тебя верил? Сидят без хвостов. Так, я же не буду випансмит держать, да, какой-то там что-то прораливаться. Просто надо побеждать. Как бы вот это надо брать, но я все равно возьму вот это. О! О! Здравствуйте. Здравствуйте, а тут вопросики, да? Хочется взять вот это, но вот это очень сильно. Но это очень сильно тупо в Тинкера. А долго ли мы с этим Тинкером будем что-то делать? Непонятно. Ну ладно, сгорел сарай, гори и хата. Вперед. Пилу надо выцегонить где-то. Хотелось бы 8 омников с вилками. Да, все правильно. Хотелось бы. Но мало ли, что нам хотелось бы. Ну, тут есть сильные столы. Орки воина Лина. Выглядит как минимум неприятно. Нужен ли нам фурыч? Нам конь не нужен, точно. Фуру, наверное, можно взять. Конь, ты же нам не нужен. Не.
Ладно, это два хороших апа, с этим можно играть. Нужен ли мне Снупик? Понять не имею. Очень хочу найти пилу. Это меня апнет. Вообще Хускар выглядит как неплохой вариант на ап потом. Ни хрена себе стол. Ты чувак ролился, что ли? Да. Висп, Т2 Абадон, Т2 Кажан. Хорошо, что у нас сильный антимаг. Это могли бы быть проблемки. From my shadow guide, I bear a message of death for my enemies. Ice is nice. У нас есть акс, но я что-то не знаю, как его пристроить. То есть... Вообще, по идее, надо делать вот так вот. Привет, енотикам. Здорово. Ладно, стрик это хорошо. Кто мне его может сбить? Пока что визуально никто. Сидим, смотрим, наблюдаем. Вообще мне не нравится вариант с мипарем. Я считаю, что нам надо побеждать. И выкидывать вот это. Я же не буду здесь СФ-чика собирать. Хотя... Ну да, мы здесь должны победить. Дадим. Уже с полгода заинтересовался рандом ТД. Все равно никто не пишет, когда вопрос касается бабок. Какой меркантильный Шева. Роллы, конечно, круто было бы получать, но такое. Отдаем Разора. Ни одной пилы, да, до сих пор. Вообще 15 идут не мне. В смысле, на донат идут? На этот, на... Покупку... Ну ты понял. Да не, надо пока Разор отдать. Деньги не лишние. Дракон уже у кого-то.
высрался. В пятом наролит. Хе! Девлит, добрейшего вечерочка. Здорово. Здоровеньки булы. Ни меха не нашли, ничего. Enchanted, I'm sure. А что будем делать? Просто так поиграем, посмотрим, что получится. Получается так, да. С ракет никак не выйдешь. Если не продать какую-нибудь тролля. Я думаю, что тролли нам нужны. Тинкера можно было отдать. Тинкер, да, и вот так. The defeat of magic is complete. А я подумаю. Ну, коль уж я сижу на стрике, просто так его терять я не хочу. У меня есть вариант закрыть воина. Enchanted, I'm sure. Спасибо за фоллоу. Ну, я, наверное, так и сделаю. Если вдруг я теряю стрик, то я возьму манго. А так пока держу под second chance. Твое. Ты с нами идешь, ты с нами не идешь. Хорошо. Хорошо. Зачем нам это, спросите вы меня? Я хз, но кажется, что план неплохой. А хотим ли мы магов тащить? Ну, огр как бы может, да, под все сыграть. Первая книжка с 12 раунда. Да нормально, думаю. Опа, это два лина под магами. Чего? А, ты ролил? Выглядит, конечно, как фигня, но... Почему ты решил не Лину убивать? Что это было? Просто Растик обосрался. Окей.
Ладно, Растик просто решил обосраться. Кто я такой, чтобы его судить? От этого надо избавляться в пользу, да, каких-то более хороших юнитов. Я играю 20 игр в месяц, по времени не получается больше. Понятно. Я медик, думаешь, у меня большая зарплата? Ну, у разных медиков по-разному. Есть медики, у кого и большая зарплата. Доктора, на разве нет? Так обидно этому стрик отдать. Блин, что-то меня так жабка душит, да, мы же справимся. Три воина, тролли. Вот это правда говна, да, кусок. А предмет у нас ком? В растике. А в ком предметы? Ладно, я верю в Кунку, я верю в Кусика, верю в Аксика, который танчит. Роман, как думаешь, кто больше получает, медик или инженер? По-разному. Есть разные медики, есть разные инженеры. Блин, так хочется мага закинуть, да? Хотя нафига мне маг? У нас же ни гирокоптера, ничего нету. То есть вот это блажь. Отказываемся. О, шестивоин. Сейчас такой салат нас принесет. Тут маг, конечно, неплох был бы. Ну ладно, стрика у нас уже давно нету. Да я бы хотел стримить, да комп не потянет. Да и как у вас аудиторию отбить? Как-нибудь. Ну ладно, самый страшный ко мне уже. Еще вот этот страшный. Да все уже страшные. Престов пора ставить. Но я не хочу ролиться, абсолютно точно. И корабль должен хороший пойти. Должен дать, да, времени чуть-чуть. То есть кого-то мы поубиваем. Кожан соло просто сбрил весь мой стол. А вот и наш первый пристик, что немаловажно. Предметы до 20-го не открою, потому что важен second chance. Ну и гов смотреть, что тут с бабками?
Great Wald в 40 эко. Мне нравится, даже 40 эко нет, жесть. И висп. Как важный атрибут стола. Тоже очень сильно. 6 воинов. 2 джаггер. Вот Сэмка потанчит, это приятно. Ой, джаггер, медведи съел, всех съел, вонючка. Убейте его. Тоник, наверное, плохой вариант. Ой, слушайте. А молодцы мои ребята, стараются. Да, не дать мне совсем сильно проигрывать. Так, у меня есть какие-то замены троллей. Зверь, варлок. Думаю, с крипами проблем не возникнет. 24. Я, по идее, даже левелапну на next. Просто венечка. Он меня, по-моему, проигрывал, но тут уже чё... О, это фулл тролля? Нет. Что это? Что ты поставил? 4 визарда боги. Фулл боги закрыт. И шейк. Угу. Понятно. Какой дазл коварный. Засейвил прям в последнюю секунду. Как теперь левелапнуть? Никак. Обождать. Хватит ли нас, чтобы это дефнуть? Я очень хочу, чтобы хватило. Будет ли сильнее веник Лоника? Лоник может не призвать, а веник хоть что-то допризовет. Ладно, Растик тут хороший контроль. Под троллями он скастит. Веник поставит варды тоже под троллями. Сойдет. Бобра с утрами стрейн, от здорового муха. Узейши. Чё в сундуках живет? Опа, арканчики. Приятно, приятно. Enchanted, I'm sure. На next левелапнем, похоже. Только на next. Держи. А кому зарядку дадим сейчас? Может, тоже Растику пока. На, короче, носи предметы. Престов пора ставить, будет больно. А Кир с Аркварденом на четверках. Ну, скорее всего, что-то такое там как получится. То есть на пятерках это все равно всегда интереснее, а Кир. Но за неимением лучшего пользуемся имеющимся. Ладно, веников 3 мы не погоним. Очевидно. ХП сейчас начнет таять. Блин, престов нет. Вообще надо бы ролить преста.
Иначе могут проблемки возникнуть. Так, это что? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, шести маг. Дракон. Надо, не самое страшное пробитие, я думаю. Хотя Лина там душит нас знатно. Мультикаст, мультикаст, поехали там. Бам-бам-бам. Четыре каста Лина дала. Жесть. Ну все меня дефают. Нужны присты. Кунка, на тебе. Котел, на тебе. Щиток тоже пока тебе. Вообще от кунки тоже стоило избавиться. Аго, вот эту обилку глянем. То есть от нее я, скорее всего, отказываюсь. Ну, тогда дерево возьмем, там дофига лоников. Не такие страшные пробития, я гляжу. Может, Сен-Кинга стоит уже подбирать, а Кир поставить. Или приста найти. Угу. Я не знаю, как это получилось, но дали это три лондруида просто так. Т2 квап. Чего? Это нормально, Т2 квапа? Три, короче, 6, 8. Так пойдет. Так пойдет пока, да? Хватит ли мне лоника это все задефать? Я думаю, что да. Тут три лоник. Это же тоже нормально. Так, ну нет, это трилоник, это великолепно. Вуди, здорово. Просто он так настолько халявно пришел, что я подохренел. Вообще, по ощущениям, я могу книжечки эти жать. И посмотреть, какой, на какой левел меня хватит. Раз, два. Хотя вернись, коза, я думаю, что нам хватит на левел. Просто дальше будем стоять с пристами. Котел, это тебе. Лоня, это тебе.
Котел, это тебе. Все по-братски раздал. Будешь собирать догон. Но Лину можно, конечно, было отпустить. Это потом в Арквардене уже будет догон. Плюс 2. Понимаю. Я бы, наверное, потом взял Blackface Gear. Но пока стоим на престах. Ну, кстати, не так много экономики. 293, кайф. Какой сейчас максимальный уровень? 16-й. Жестко там медведи съели. Плюс 8. А мультикастов нету. А чё, больше лег нельзя в этом восьмом найти? Это 2 квапа плюс инвокер. В 11-й, конечно, лучше, но не всегда это имеет смысл делать. На темпларочка. Не буду пока ни догон, ничего давать. Если победим, возьму вот это. Хотя Випон Смит уже можно на 30 взять. Почему бы и нет? Ну, пока мультикасты нужны под эти, под ХП. Как в целом для тебя патч? Да нормально, играбельно. Мне чуть больше нравится сейчас, чем прошлый патч. Хотя остались минусы вот это вот бесконечного окирения. Вот то, чем я сейчас занимаюсь. Арквардан. Там, возьмите, соберите, сделайте. Победите. Не знаю, зачем мне этот дум. Назал, на тебе пока арканы. Во, что я придумал. Ой, догон тебе. И вот это тебе. Дазл таких шмоток никогда не видел, походу. У нас же нет, да, ни Арквардена, ни этого. Да-да-да, какой догон собрался дать Варка, когда его нет. Получается, никакой. Думы мне, наверное, не нужны. Хотя над думами я бы подумал, да? Я не знаю, просто иди. А, я думаю, присты мне уже не нужны.
А, темпларка, давай, не стесняйся. Это тоже тебе. Это тоже тебе. Хочешь? The Honorable Dante Panman. At your service. Что-то, да, не хватает у меня слота. То есть у меня... Ой, боже. Ладно, давайте избавляться от мусора, что нам не нужно. Я, наверное, не очень хочу Чена. Мы и так юнитов без него найдем. Каких-нибудь леков втыкаем, и хватит с нас. Двадцать голды, а что мы поставим? Ну вот эту макаку, цемку уберем. Надо кого-нибудь найти. Я так считаю. Ну, макаку собрали. Да. Дела. Ну давай ты хоть иди по что-нибудь поделай. Один Акир, три Сена и Цемка. Красиво. Невероятно красиво. Я вот только не понимаю, где все мои леги. Козу, кстати, пробудить надо было. То есть я сейчас слил 1 000 000 голды в 10-м и не нашел ровным счетом ничего. Ну, другой разговор. Кстати, варлока надо овернокера поставить. Но я думаю, что это не так важно. Да все тут, просто смотрим, как лобби потихонечку умирает. Ах, вот они, где все мои пангольеры. А, то есть... Эльф собрал 1 000 000 пангольеров? Интересно. Я все равно, да, хочу, чтобы варлок кидал пораньше. Это контроль, это важно. Тут все. Я бы еще лоников пособирал, может быть, если буду ролить. То есть лоников в лобби не так много, пангольеров, если забрали. Лоники нужны. Как у меня, блин, как этому челу прет на леге? Без элитки, без всего, просто они там берут и собираются. Ни за раз, ни за раз, жаль. О, кстати, на что откалибруемся?
Дать тебе минус арморчик. Добери. Так, это что, 9 воин? Да, это 9 воин. Страшно. Пятую игру еще не доиграл, что ли? Да, ту самую. У меня же плащик, по-моему, нигде я не брал, да, не брал. На тебе еще догончик подапаем. Не знаю, как мы с воином деремся, но по идее вообще без шансов. Они сейчас друг друга убьют. Не-не, воин справляется. Хочется Элдера взять. Обойдемся без спектры. О, нет. И так возьмем. Ладно, мне спектра не нужна. Если какой-то рефрешер, я бы это положил в квапу, тут все, все понятно. Правда, кто ты и к чему это все относится? Но все равно спокойной ночи, Софочка, ты нас покидаешь, спокойной ночи. О, Бишоп 5. Ну то же самое, да? Тут, по-моему, тоже игры около топ-1 все и то же самое Бишоп 5. Второй аккаунт.